Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки бюджетном воблере. В данном случае это у нас поппер от компании BAT. Моделька у нас называется Pop-Popper. Данный попперок имеет длину 55 мм, весит он 4 грамма, то есть это лайтовый диапазон. Расцветка в данном случае 311, ну, соответственно, он плавающий. Имеет, по заявлению производителя, систему дальнего заброса. Поставляется в такой довольно-таки бюджетной упаковке. Оснащен тройными крючками от компании Мустад, что я считаю довольно-таки неплохо в данном ценовом сегменте. Крючки хоть и бюджетные, но вполне отличные по своему качеству. Ну, соответственно, приманочка у нас выглядит таким вот образом. Ну, по форме классический попперок у нас, как можно видеть. Имеется насечка, имитирующая чешую, имитация жаберных крышек, выступающие глазницы здесь вклеены, 3D-глазки, плевалка, так называемое углубление, хлюпалка, плевалка, по-разному называют. Имеет такие вот прорези по бокам, выходящие сбоку. Это создает больше, скажем так, гидродинамических возмущений и служит дополнительно для создания мелких таких брызг. Как можно слышать, имеется перекатывающиеся вдоль тела шарики, как я понимаю, являющиеся системой дальнего заброса. Также воблерок имеет шумовую капсулу, звук, ну, из россыпи шарик, но он довольно-таки приглушенный, то есть не звонкий звук, довольно, на мой взгляд, отлично. Расцветка здесь, ну, приближена к натуральной. Зеленая спинка, золотистые бока, розово-оранжевая брюшка. Также бока имеют такой голографический отлив. И присутствуют черные поперечные полосы. Два крючка тройных. Соответственно, на брюшке у нас тройной крючок без опушки, очень острый. Задний крючок у нас имеет опушечку. Немножко он по размеру слегка, по-моему, ну, или такой же. Нет, одинаковые крючки. Показалось, что он немножко поменьше. Одинаковые крючки. Опушка здесь белая. Имеются такие вот блескучие здесь сегменты. Надежно опушка здесь обмотана нитью и проклеена клеевым составом. В общем и целом, попперок по изготовлению довольно отличный, нареканий не вызывает. В данной разменности приманка подойдет отлично для ловли окуня, белого хищника и некрупной щуки. Данный поппер можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод «Рыбалка34», который дает скидки до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.